Ром. Ром, ну что, говорят, какие у нас творческие планы? Давай с тобой вместе песню запишем. Когда-нибудь точно запишем. Да 100%. Но во всяком случае, у меня готовятся 3 сольных концерта. И я очень хочу, чтобы со мной Рома спел как минимум 3 песни под гитару. Как вы, голосуете, хотите или нет? Хотите увидеть, как это будет? Мы вам потом покажем. Это первое. Второе. О чем еще там люди спрашивали? Я уже забыла. Ну, все счастья нам желают. Говорят, что мы очень красивые. Мы правда красивые? А вот скажите, у меня глаза зеленые, а у Ромки голубые. Кто из нас красивее, Рома или я? Странный вопрос. Так. Ну, что еще можно сказать? Какие у тебя впечатления сегодня от проведенного времени на земле русской? Хорошие впечатления. Любое путешествие в города, имеющие интересную историю. Например, Переславль-Залесский – это место, где князь Московский и князь Тверской бились, и Московия выиграла. Да. Конечно же, большое количество храмов. Храмы старинные вообще. А монастырь, в котором мы сегодня были, представляете, его заложил сам Иван Грозный. Иван Грозный. И еще тут рядом часовня есть. Ну, такая не часовня, даже не знаю, что это, как сказать. Ну, да, не часовня, нет, да? Нет, такая, это не часовня, не часовня. Это некий памятник. Да, некий памятник, где родился Федор, его сын. Младший сын. Да. А еще там были вся семья Романовых. Ну, это мы покажем в видео. Да. У нас есть небольшие и видео. Там липы, там нереально крутые липы, которые посадили в честь приезда... В честь 300-летия дома Романовых. Да. И приезжал Николай. Со всей семьей. Со всей семьей, последний император российский. И в честь этого приезда были высажены липы, которые стоят там более 100 лет. А сейчас кусают очень сильно комары во все руки, шею и... Я тебя буду спасать! В общем, день мы провели на русской земле, матушке. Просто невероятно круто. Безумно люблю свою страну. Друзья, давайте верить в то, что все будет хорошо, объединяться и ни в коем случае не поддаваться панике, потому что вместе мы сила, и правда, вот я сейчас смотрю на закат, на эту дымку, на это поле, на этот лес, и могу сказать, ну что, ничего красивее я не видела, да, пока что. Смотрите, как красиво. Ну что, она ждет еще впереди, в общем, большой путь, мы поехали.